Видите эти черные ящики? Они называются телефоны. Я вам открою одну тайну о телефонах. Сами они не звонят. Понятно? Без вас. Это всего лишь мертвый кусок пластмассы. Как заряженный автомат без обученного стрелять морпеха. Только в случае с телефонами все зависит от каждого из вас. Мои тренированные стеротониты, мои убийцы, не терпящие ничьих отказов. Мои бравые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я в любом случае выбрал бы богатство. Потому что когда у богатого человека проблемы, он их решает в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в сраных золотых часах за 40 штук. А если кто-то из вас считает меня посредственностью или материалистом, валите нахрен работать в Макдональдс, потому что там вам самое место. Но прежде чем вы покинете клуб победителя, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел на соседа. Потому что настанет день в недалеком будущем, когда вы тормознете на красный свет на своем старом раздолбанном форде. А этот человек остановится рядом с вами на прекрасном Порше. И рядом с ним будет сидеть красавица-жена. А кто будет сидеть рядом с вами? Отвратительная хабалка с трехделной щетиной на ногах? В растянутой майке, стиснутая между пакетами с едой с дешевого супермаркета. Вот кто будет сидеть рядом с вами. Поэтому слушайте меня. И как следует. Вы задолжали по кредитам? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Вас нагоняют со съемной квартиры? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Ваша девушка считает вас лузером, неудачником? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек. А для этого вам нужно только одно. Поднять трубку и произнести слова, которым я вас учил. И я клянусь, сделаю вас богаче, чем самый могучий олигарх Соединенных Штатов Америки. У меня все.